В современном мире трудно представить профессиональную команду без своего собственного талисмана, без своей собственной фанатской группировки, ну и, конечно, без группы поддержки. А ведь именно от этих девчонок зависит наше с вами зрительское настроение, несмотря на то, что они редко появляются на паркете и не вершат судьбы поединков. Ради того, чтобы посмотреть на этих красавиц, мы заняли даже зрительские места. Может быть, на игру мы и не влияем, зато мы влияем на атмосферу этой игры. Мы поддерживаем болельщиков, заводим их, точнее, поддерживаем нашу команду. Вот, ну, это атмосфера. Ну, когда говорят о группе поддержки, всегда подразумевают, наверное, какой-то круг единения мнений. Вот, существует ли такое у вас? Ну, конечно, мы команда. А вообще, что вы друзья, либо же познакомились вот именно здесь? Ну, некоторые девочки приходили сюда, уже будучи подружками, но большинство, конечно, приходит сюда отдельно, и мы знакомимся здесь. Да, мы становимся подружками. Я тоже девчонкам подружка, хоть руководитель, но я все равно с ними общаюсь, мы иногда ходим гулять вместе. Вот. Судя по тому, что мы видели, что вы делаете на паркете, вы по-любому чем-то занимались, да, или занимаетесь до сих пор. Какой этот спортивный бэкграунд должен быть за вами, за вашими историями, за вашим прошлым? Расскажите. Да, я мастер спорта по акробатике. С ума сойти. Я мастер спорта по художественной гимнастике, девочка-кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Вот, тоже мастер спорта, девчонки танцоры. Ну, если посмотреть, у вас действительно такое спортивное прошлое, да, просто, да, оно прошлое или настоящее? Может? Ну, уже прошлое. Уже прошлое, ну, а вот вообще, вы все равно находитесь рядом, да, со спортивными мероприятиями. Хочется вот вернуть все назад и, наверное, выбрать другую стезю и продвигаться в том направлении, которым вы занимались. Не знаю, мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Для них не важно, с каким счетом закончился матч. Они всегда со своей командой.